Так, привет еще раз. В общем, еду я в своей большой кабине, так сказать, новой. Сидушка немного не привык, высоковато, ногу левую некуда ставить. Я привык вот так вот ездить, а теперь высоко. Вот. Надо либо думать какой-то пенек под ноги, не знаю, либо что-то думать с сидушкой. Оно-то и мягко вроде, но немного высоковато. Или либо приваривать какую-то для ноги здесь вот табака, или я не знаю, чтобы было куда ставить ногу, чтобы не держать на сцеплении. В общем, позакрывал я двери, позакрывал я окна, и теперь понял я, там же ж у меня в маленькой кабине левой двери не было, вот, ну и она меньше была. И при всем этом закрытом я теперь прекрасно понимаю, как это, когда горят у ЮМЗ, воет коробка. Это трандец, мужики. Такой вой стоит, что просто трандец. Вот. Ну, а в остальном теперь мне видно выхлопную трубу. Раньше, когда я ехал, я знал, если прошла выхлопная труба, значит пройдет кабина. Теперь надо менять стандарты, так сказать. Вот. Меньше в этой кабине трясет, потому что я, ну, та кабина была вся живая, она играла. Это более-менее получше. Так, ну, в принципе, вот такие вот дела. Ну, вот немного сидушечка я, конечно, прогадал. Но я и так ее опустил, дальше некуда. Максимально, прям уже на бак, можно так сказать, ее положил. Вот. Ну, чуть-чуть надо переделать. А переделать надо немного под зад приподнять, а вперед приопуститься. Тогда будет шикарненько. Ну, а так, сейчас проедемся в лесок, покатаемся. Немного сидушечку переделать, и будет прекрасно, я думаю. Да переделаем. Ну а так вроде бы нормально. Вроде бы ездят. Даже как-то интересно. Все видно везде. Вот. Вот такие вот, мужики, дела. Вот проводим, так сказать, тест-драйв. Еще надо печку будет мантулить на осень. Так что, вот, дворник. Сейчас пофастаюсь. Так, у меня тут есть такая, надо плафончик купить, типа панель приборов. Вот это вот первая кнопочка, включаем, бымс, дворник. Работает. Так, сейчас мы его, оп, сюда. А вот эта кнопочка, у меня работает свет. Даже есть подсветка, ёханый бабатик. Только что-то она светит, зараза, не туда, куда надо. Надо, чтобы сюда на воду светило, а она на зарядку. Ну, давление тоже надо. Но светит у нас. Так, выключаем. Оп, потухло. А здесь вот у нас кнопочка. Здесь у нас назад светит. Вот. Так что, мужики, такие вот пироги. Ну, надо немного сидушечку поколобродить. Вот, чтоб чуть-чуть поудобнее было. И тогда вообще будет просто жара. Вот. Ну, с сидушкой придумаем. Надо немножечко ее, так сказать, она, сейчас покажу вам, ребята, она немножко, вот видите, как бы просажена вниз. Вот, соответственно, надо вот эту вот сторону
подымать, чтобы она стала, когда она станет ровненько, тогда будет четенько. Тогда и перед немного приопустится. Ну что-нибудь придумаем. В общем, полазим. Хоть я тут уже и позакрывал, не очень будет удобно лазить. Ну что-нибудь мы придумаем, что-то подложим. Что-то, я думаю, что-то придумаем по-любому. Или сюда под уголок, или тут уголок приподнимем. И будет тогда нормально. Оно как на краю сяду, на самый край, хорошо. А когда сюда назад чуть-чуть, как бы проваливайся, тогда неудобно. Ну, я думаю, сделаем. Вот, все, мужики, пока. Будем разворачиваться, не будем палить соляру.